Всем привет-привет, дорогие друзья! Привет-привет! Коктейль в эфире, снова я, Яша, и мой отец Станислав Николаевич. И сегодня будет необычный ролик, друзья. Как вы увидели по бокалам уже, наверное, да? Будет слепая дегустация для Станислава Николаевича. Слушай, ты говорил вообще сегодня, говорит, давай будешь пробовать. Не принес знаешь, я два напитка. Сразу же могу сказать, что это напитки из масс-маркета. В общем, в магазине у дома. Можно купить, да, вполне. Я думаю, бискари какие-то будут. Ну, я думаю, что тоже что-то интересное, необычное. В общем, новый сегмент такой. В России появился, грубо говоря. Мне хоть оно нравится. Я думаю, наверное, понравится. Да? Ну, не знаю, как ты отреагируешь, конечно. Может, по-разному. Ну, в общем, я сам не пробовал, потому что новинка и что-то интересное. Так что предлагаю сейчас достать бутылочки, налью вслепую. Вот у меня один маркер синим цветом будет. Я помечу бутылочку синим цветом. Ну, туда нальем. Может, покажешь бутылочки? Бутылочки я тебе не покажу. Сначала попробуем. Попробуешь, расскажешь, что какой лучше, да, то есть сравнение двух напитков, а потом уже я тебе покажу, что это, так и быть. И зрители. Ну, зрители, я думаю, узнают заранее. Да. Пока я буду наливать, думаю. Не, ну там уже ты это потом уже пойдет, конечно. Потому что я уже отснял бутылочки, да. Станислав Николаевич, честное слово, ничего не видел. Не знаю, что там, да. Ну что, приготовились, да, друзья? Интрижечка пошла. Все, готов? Опа, как они запринчали. В стекле, да. Нашел уже. Вот такая, друзья. И вторая. Вот такая. Можешь хоть на ощупь посмотреть. Хоть бы на ощупь посмотреть. На одну сделаю синенькую. Сразу же налью. Если водка, без закуски пить не буду. Ну, сразу, потому что сегодня водка. Бокальчики все-таки не водочные. Если были бы, я бы, наверное, все-таки... Не бокал это под это... Под виски вообще-то. Что-то ароматное. Да? Вот и уже интересно. Заинтриговал. Должно быть ароматное. По составу интересное. Пока. Да? Ну, да. Составчик мне как бы... Ах, бокал-то темный, даже не видно, сколько наливать. Бункер, хорошо. Красиво. Да, из одной бутылочки даже... Дизатора. Из одной бутылочки как-то за бульку даже поприятнее, да? Без дозатора потуши, да? Так, давай я тогда убираю. А чтоб пока ты не знал. А, вон как еще. Я думал, оставишь на столе, чтоб я... Ага, я там уже какой... пометил. Ну, нет, сначала попробуешь. Ты пометил? Молодец. Я пометил, да, промаркировал. Ну что, все? Все. Быстренько ты справился. Опа. По цвету вообще ничего не видно. Одна синяя, другая темная, да? Да. Ну что? Ну, начинай с какой захочешь. Нормально. Опа. Ох ты, как это прикольно, это оказывается. Даже интересно, чем я думал. Ну, слушай, ну это какие-то настойки. Бальзамы, что ли. Здесь очень сильно яблоко идет. Кальвадос, что ли? А мне знаешь, чем напоминает этот напиток? Ну, вот свое личное мнение, да, вот так вот. Джим Бим яблочный, помнишь, или что-то такое? Я говорю, яблоком идет, яблочко идет, хорошо. Мне нравится такой аромат. Вот в черном бокале очень Джим Бим яблочный напоминает. Здесь спирт бьет сильно. А здесь уже ароматик какой-то не очень, я так скажу. Ну что вообще за напиток? Ну, можешь определить так на аромат? Ну, настойка какая-то. Блин, здесь... Сивушный масла бьет, как будто самогончик будет. Да. Прям самогончик вылазит, да? Угу. И кора просто дуба какая-то, да? Что-то такое. Да не, не кора, наверное, скорее ветки какие-то. Ветки. А здесь, слушай, прикольный такой ароматик, да? Реально. Ну, это приятнее пах. На аромат, по крайней мере, вот этот интересный. Так, давай тогда начну с неприятного, да, который мне не очень понравился. Ну, может быть, хороший. Ну, здесь, в общем, тебе нужно определить, что лучше, что хуже. Нет, давай все-таки я его оставлю, потому что здесь спирты сильно бьют. Прямо вот спирт сильно бьет. Ну да, начинай с любого. Может, подышит он. Я предлагаю, наверное, выделить, что лучше, да, и определить, что это за напиток. Ну, хотя примерно. Сложно сказать. Ну, сложный напиток, да, как бы определить так вот. Ну, это на стойках. Ну, прямо яблочко такое хорошее. Я думаю, что кальвадос. Ну, сейчас попробую. Ну, возможно. Ну, дай. На вас, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайте комментарии, пишите. Подписывайтесь на канал. Будем пробовать. Интересный же формат, да?
сладенько, яблочко. Вот такая настойка на коньяке. Здесь коньячок. Даже может быть рябина какая-то. Ну вот, слушай, ну приятный сладкий, приятный напиток. Вполне мягкий. Блин. На что-то похоже, а что-то непонятно. Нет, оно понятно. Какая-то вот, яблоко есть, 100%. Яблоко тут точно есть, потому что оно, даже вот горчинка идет вот на конце. Как бы горькая настойка, понятно. Но есть это яблочко. Именно семечко яблоки. Яблоко. С горчиночкой такой. Ну, приятненько. Такая горько-сладкая напитка. Это не кальвадос, точно. Настойчивая. Это точно не кальвадос. Ну, может быть, настойка на яблоке, на коньяке. Скорее всего. Не, ну вот такое можно пить. И по градусам не очень крепкое. Вот я хотел спросить тебя тогда. Может быть 30-35, вот где-то так вот, в этих пределах. Ну давай, следующий эксперт. Ну здесь аромат, конечно, да. Блин, ну аромат мне тоже что-то как-то вот не нравится. Здесь вот прямо вот яблочко. Здесь, приятный. Здесь тоже яблоко чувствуется, но как будто бы есть тоже оно. Ну блин, яблоко на какой-то гнилой ветке. О, как обжигает. Блин, из-за жгучести я даже сказать ничего не могу. Она обжигает сильно. Особенно после того. Сейчас, подожди, второй глоточек сделаю. Как будто, вот если честно, вот мое мнение, это как будто самогон первого выгонки, знаешь, и вот в него там настояли на нем, да? Ну, что-то? Мне кажется, это, ну, все равно не самогон, это на водке сделано. Это что-то. Ну, понятно, что вот, ну, вот такой привкус, вот этот сивушный какой-то, да? Вот. Есть такой, вот, да, вот такой, как будто что-то из свежего. Как будто, знаешь, первого прогона самогон такой. Ну, перед... тоже яблочко тоже есть. Оно даже чувствуется, да. Яблоко. То есть ты взял тоже яблочный напиток одинаковый, да? Но здесь очень спирт вылазит вот сильно. О, слушай, ну блин, нифига себе. На губах прям мармелад какой-то сладкий. А уходит такой горечь, причем неприятную горечь. А я и думал, что это будет практически одно и то же. Да? А оно вообще разное, да? Оно горчинка какая-то. Блин, вот я думаю, что вот это вообще как будто яблоко на этом, на коньяке. Вот это? Да, черное. Угу. Ну что за настойка, я не скажу, какая настойка. Здесь. Блин, ну мне после вкуса не очень приятно. Ну слушай, блин, реально вот это прикольно. Мне вообще разница огромная. Здесь... Сладость меда идет. Я думал, что будет вообще одно и то же. Вот здесь медовая сладость идет, понимаешь? А здесь идет какая-то горечь непонятная какая. Ну, я думал, тебя запутать, знаешь, потому что сегмент один и тот же. Спирт бьет. Спирт бьет, да. Ну что, давай. Ну это разные напитки совсем. Давай вывод сделаем. Какой все-таки ты считаешь этот напиток вообще? Потому что там и там одно и то же. Да? Один и тот же напиток. Ну, по сути, да. Не знаю, мне кажется. Изначально я думал, что... Мне кажется, разные напитки. Вот, во-первых, вот этот крепче намного. Это, ну, очень, по градусам, да. Это может быть 38-40, может быть 42 даже, может быть, потому что обжигает. По градусам меня есть. Во рту я обжег. Здесь 40-42. Тоже есть яблочки. И, ну, может быть, какой-то кальвадос не очень хороший. Яблоко на спирту, потому что вот здесь как будто... Здесь есть вот коньячок чувствуется, сладенький. И даже мед чувствуется. Медовость, орешки чувствуется. Ну. А здесь нет. Здесь просто спирт забил все. Здесь что-то чувствуется, вот такое, какие-то ветки, что-то вот, да, такое вот. Да, да, да. Да, прямо ветки. Вот, мы с тобой много мяса коптили, да? Ой, рыбу коптили даже. Вот когда яблоню копишь, она горчить начинает. Угу. Вот здесь такая же горечь идет. Блин, спирт бьет сильно. Нет. Надо, может быть, из других. Ну что, все-таки вот больше понравился. Ну, черным, в черном, я не знаю, что это. Что? Черный, я так понимаю, да? Вот это я думаю, что вообще кальвадос какой-то непонятный. Ну что, вскрываем карты? Мне очень интересно, да. Очень даже интересно. Ну, я тебе хочу сразу сказать, что ты угадал, что это все-таки коньяк, настоечка. Да? Да. Это которая синяя или черная? Опять одинаковая, синяя. Вот здесь коньяк? Да нету здесь коньяка. А, да ты старика, я его пил. Да? Да. Это, друзья, три старика, настойка горькая. Получается, на коньяке они это делают. Да нет тут коньяка вообще никакого.
Вода питьевая исправленность, предтилорификованность, пищевого сырья люкс. Спирт бьет. Ну и коньяк. И настой спиртованный, яблони и груш. Ну вот на ветках, наверное, настаивают. Да. Слушай, а это по градусам чего? 40. Ну вот я грюшу, он крепкий. Вот это 100% будет меньше. А второй смотри-ка нашел. Нифига себе. Сибитр. Я такой даже не видал еще. Сибитр-то мы пробовали не раз уже. Да, конечно. И водка у них хорошая. Че, белая березка мне вообще нравится. Самогончик. Самогончик, да. Как-то ролик, помнишь, снимали самогон? Вообще классный был. Угу. Так, выдержанный купаж древесных яблочных и ванильных нот. Яблочных ванильных нот с многогранными оттенками коньяка во вкусе. И мягким послевкусием. Ну да, в принципе. Вот так оно и есть. Описали, да, просто да. Состав. Так. Ну, состав у них одинаковый практически. Вода подготовленная, спиртотилодификованный, люкс пищевого сырья. Сахарный сироп, настой спиртованный, листьев яблони, листьев груши. Ну, здесь экстракт древесины дуба. Как-то яблони здесь намного, да? Ну, груша, яблоко, вот оно прямо здесь играет. На листьях, видишь, настой, а тут просто написано на груши. А здесь, по-моему, на яблонях. Нет, тоже листья. Тоже листья? Угу. Странно. Ну, по ароматике, да? И по вкусу. Вообще разные. Вообще разные, напитки. Вот это реально похоже что-то типа и по качеству, и по вот ощущениям. Это что-то типа вот яблочный, как он? Jim Beam, да? Вот есть вот, такой, вот напоминает мне. Да. Вот очень похож на вот это типа ликер, да? Или как он называется? Здесь только настойка горькая, да? Ну что-то вот. Ну прикольное вот это вот. Это реально прикольно, это можно пить. Мне даже кажется, можно его, знаешь, из конечного бокала сидеть, попивать вот такого вечером. Вот это еще добавить туда. А это пицца, это вот только если стакана пить, вот прямо. Там бьет. Ужасный смотри. Аромат. Вообще не мое. Не мое вообще тоже. Не мое. От а я его пью. Три стояка. Ну, у них же разные есть тоже. А, ну, да, точно. У них же пиццовые, там, что там еще. Да, да пиццовку мы точно пил надо. В общем, друзья. Слушай, мне это еще попить охота. Да, да, реально. Прикольно. Такое послевкусие реально прикольно, сладенькое. Если еще льдом подразбавить, там что-то, какую-нибудь колу добавить, вообще будет просто сексик. Мне нравится мед. Есть там в составе мед? Есть, да? Да, конечно. Блин, хороший мед. Он чувствуется. Я думаю, что должен быть. Да, мед натуральный. Да? Ну вот, видишь. Он прям здесь ощущается, да. Здесь вообще, здесь как будто... Неохота, да? Честное слово, друзья, вот реально неохота. Разные напитки вообще. А по цене как они? Да, одно и то же. Да? По одной цене? Ну, плюс-минус там какие-то акции, не акции. Вот так вот. А так цена одна. Ну, прикольно, ты меня сегодня угостил. Я сейчас еще под это попью по себе. Ну, просто напитки необычные, да, я думаю, сейчас очень становится популярно, да, вот это все. И коньяки, сами знаете, какие сейчас коньяки до 1000 рублей. Ну, что это за коньяки? Ну, блин, иногда проще что-то даже такое с ароматизаторами взять, да. Ну, я имею в виду там с настойками, там, яблони, груши. Я вообще люблю настойки, ты сам знаешь. Я считаю, что в России, ну, это вот, настойки, да, это российские. Нормальные настойки все. Настойка – это российская тематика, то, что нужно... пить, пробовать и вот все вот это вот, вникать в эту тему, потому что уровень уже вот такой вот. Действительно, уровень Jim Beam вот этого яблочного. Вот. Мне послевкусие нравится, слушай, вообще. Может быть, немножко додубленности, как бы, знаешь. Ну, да я, по-моему, в самый раз, как бы, можно чуть додубить, да, и как бы, ну, напиток уже дороже будет стоить. Вот когда не сказал, что там ваниль добавлен, я даже не почувствовал ваниль вообще. Меня потому что яблоки сразу убили, а сейчас уже вот на послевкусии стоит ванилька. Причем такая приятненькая водненька. Не сильно прикольно. Ладно, друзья, еще раз подписывайтесь в Телеграм. Там самое интересное, друзья. Что вы думаете о этих напитках? Сибитр, вот-вот, это прямо новиночка. Три старика уже, даже Станислав Николаевич. Ну, это я ее давно пью уже. Со своими стариками на работе уже это все напробовался. Им уже без разницы, что пить, видимо. Мы даже как-то яблоками закусывали одними. А ты прямо с дерева срывали. В общем, чтобы вы выбрали, да? Я считаю, ну, дизайн, вот по мне, я бы вот такой никогда бы не купил. Вот, честное слово. Я вообще не понимаю, вот когда ты старика, я еще тогда задавал пацанам вопрос, я говорю, почему ты старика, когда, блин, какой-то жар-птица нарисована, может, сказка какая-то есть, а что-то, я не помню таких сказок, почему ты старика? А здесь все современно. Не, ну, как-то... это тоже пить можно, конечно, я ничего не скажу, что... А пить можно все, господи. Конечно, все можно пить, но, блин, вот когда в сравнении, понимаешь, что это, я лучше вот это попью. Во, все познается в сравнении, дорогие друзья, особенно вслепую, когда это делают, да еще из таких бокалов синих там, ну, тут вообще классных. Ничего не понятно, да. Да, из него как бы совсем по-другому, да? Ну, потемнее, мне кажется, да. Ну, под как сам, он? Да. Ну, что, цвет он делается. Сейчас еще попьем. Да. Сейчас еще попьем, да. Да. Ну, ладно. Всем пока. Да. До скорой встречи, дорогие друзья.
Всем пока-пока. Пока-пока. Вах, вкусно. Блин, слушай, посмотри, классно. О, вообще прикольный. Ну.